Здравствуйте! Все мы, наверное, наблюдали на своих участках, когда наши растения вдруг покрываются каким-то белым налетом. Это характерно для смородины, характерно для дельфиниума. И обычно это происходит во влажную погоду. Если вы увидели белый налет на своих растениях, как будто они вот чем-то присыпаны, это мучнистая роса. Мучнистая роса – это грибковое заболевание, которое... Возбудитель мучнистой росы – грибок, который зимует в почве, в опаде листьев. И обычно вспышки мучнистой росы бывают после теплых зим, когда возбудитель очень хорошо перезимует и начинает вредить нашим растениям. Для лечения мучнистой росы есть два очень таких хороших действенных препарата – это Топаз и Тиавид-Джет. Сначала поговорим про Тиавид-Джет. Это коллоидная сера. Коллоидная сера – это природный препарат, причем коллоидную серу даже добавляют в еду. Поэтому вот тиавид-джет лучше всего использовать именно для профилактики. И тиавид-джет можно использовать и не раз, можно сделать 6 обработок растения. Еще раз повторю, обычно прежде всего поражается мучнистой росой дельфиниум, смородина, роза, крыжовник. И если вы знаете, что ваши растения уже когда-то даже и болели, и даже для профилактики, опрыскивание вот раз в 10 дней тиавид-джетом может предотвратить заболевание, и растения ваши не заболеют вообще. Такой препарат, как Топаз. Это уже химический препарат. Им делается максимум 4 обработки. Делается также обработка смородины, цветущих растений, роз. И вот обязательно перед тем, как начать обрабатывать, прочитайте сроки обработки и прочитайте инструкцию, которая здесь есть. Вообще Топаз очень эффективный препарат. И еще раз повторюсь, лучше делать заранее, а не когда уже растение заболело. Всегда легче болезнь предотвратить, чем потом ее мужественно лечить. Немножко о мучнистой росе на огурцах. Любой химический препарат имеет срок ожидания, и вот у Топаза он 14 дней, то есть в течение 14 дней после обработки нельзя употреблять плоды с обработанного растения. А вот у тиавид-джета срок ожидания – это 2 дня. Когда огурцы уже заплодоносили, естественно, 14 дней ждать после обработки топазом нет смысла. Они перерастут, и мы останемся без урожая. А вот тиавид-джетом можно опрыскивать огурцы уже в период плодоношения. Обязательно внимательно смотрите за своими растениями. Обязательно подмечайте только лишь только, когда болезнь в начальной стадии, а наши советы помогут вам избавиться от такого заболевания, как мучнистая роса, и помогут вам собрать хороший урожай с ваших растений.